Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Шевелева Ирина в цветочном мире. Сегодня, ребята, хочу вам показать, как я буду подкармливать свои гортензии и чем буду подкармливать свои гортензии. Значит, вот такое у меня есть универсальное осеннее удобрение. Здесь малое содержание азота, побольше фосфора и калия. И плюс, кстати, здесь микроэлементы все. Значит, вот так оно выглядит, это удобрение. Я разгребла вот здесь вот мульчу. И вот так вот буду, ну, где-то чайная ложка буду сыпать на каждый кустик. Может, даже немножко побольше. Естественно, все это я обратно мульчирую. И обязательно все пролью. Вот. Ну, проливать не сейчас буду, а чуть позже, ближе к вечеру. Желательно такое удобрение, конечно, под дождик разложить, чтобы меньше. Вот. Ну и также буду делать с остальными своими гортензиями. Вот. Такую же манипуляцию я, наверное, еще и проделаю с голубикой. Вот. Вот у меня тут это моя небольшая голубичная плантация. Вот это вот тоже все разгребаю. В принципе, у меня 210 кустов, поэтому это я вам сейчас буквально чуть-чуть показываю. А вообще, это у меня займет полдня времени пройти это все и сделать. И тут у меня капельный полив. Тут обязательно включится капельный полив к вечеру, и все это прольет. Вот. А вообще, дорогие друзья, день у меня настолько насыщенный, что, в принципе, даже не знаю, за что взяться. Поэтому для начала хочу с вами поговорить о том, что я собираюсь вообще поменять свой, ну, скажем, контент канала, что ли. Вот тут немножко покажу вам свои гортензии всякие разные. Это у меня малыши, июльское черенкование, подрастают. Хочу, наверное, показывать все, что я вот делаю на своей даче. И вообще, как проходит весь мой день. А проходит он у меня очень сумбурно. Просто сумбурно. Как, например, сегодня. Хотела ехать на рынок. Вчера машину загрузили. Прихожу. Причем в 4 утра я проснулась. В 5 я уже на даче. Прихожу, сажусь в машину, завожу, а у меня нет света в машине. Ну, куда ты поедешь? Естественно, никуда. Поэтому сегодня мой день будет проходить весь в работе. Вот. Что вам еще интересного показать? Сделать надо очень многое. Хочу еще почеренковать свои красивые бегонии. Вот. Пойдемте, я вам покажу, какие они у меня красивые. Хочу их почеренковать, то есть сохранить в зиму. Моих красоток. Вот, тут у меня тоже всякие разные посевы. Здесь есть и клубневые, такие красотки. И вот такие красоточки корневые. Черенков здесь очень много. Прям вообще красота. Надо все это почеренковать, сохранить в зиму. Вот, есть ампельные такие вот. Тоже. Они небольшие, но все же. Очень красивые. Я пришла к выводу, что вот эти вот красотки должны у меня сохраниться. Хотя я их уже сохраняла. Но это просто прелесть, правда? Вот черенка здесь, ну, по-моему, завались. Просто завались. Поэтому будем черенковать. Как черенковать, наверное, вам все сниму, покажу. Как я это буду делать. Тоже вот такие красивые. А вот это какая красотка. А, просто красавица. Ну и это тоже. И это тоже. Вообще красота. Вот. Ну, буду заканчивать, ребята, свое видео. Пойду работать, потому что
говорить можно сколько угодно, работу за меня никто не сделает. Вот это вот у меня красавец Геркулес. Вот на этом красивом кустике закончу свое видео. Все, мои дорогие друзья, до свидания. Ставим пальчик вверх, подписываемся на мой канал. В принципе, мой канал еще совсем молодой. Все, пока-пока, друзья.